12. Все файлы лежат в папке Малютин. Вот. Превьюшки готовы. Архив, чтобы Анатолию удобно скачать одним файлом. Ну, собственно, и потом надо заменять это все в стриме. А если превьюшка уже была сгенерирована в том же Телеграме, ее можно обновить. А она уже была сгенерирована. А как там было? Апдейт. Апдейт-бот. Апдейт-бот. Вроде он. И он. Ну вот. Теперь превьюшка симпатичная, а не просто галерея шумовской. Вот. И у нас есть плейлист Бхагавад-гита с Иваном Малютиным. Так, здесь пока достаточно. Плейлист. Собственно, вот сюда будем все складывать.
ссылка на наш плейлист. Ну, пожалуй, и все.